день праздника. Многие из нас и в разгар торжества находились на рабочих местах. Например, бригадир пекарей Калининского хлебокомбината номер 2 Валентина Ивановна Машкова. 33 года назад, совсем девочкой, пришла она сюда, чтобы заменить ушедших на фронт. Буханки, которые она тогда выпекала, расходились по ломтику, по карточкам, на талонах. Тридцать с лишним лет трудится здесь и Людмила Ивановна Чеховская. Рядом с ней ее ученики, теперь уже опытные мастера. Кондитер Валентина Ивановна Федорова. Примите ее поздравления, она очень старалась для вас. И в ответ поздравьте всех, кто помогает празднику быть веселым и красивым.